В гипермаркет завезли дачные бассейны. Сегодня их только начали выкладывать на полки. Продавцы говорят, самые популярные модели разберут в первую же неделю. Катерина Вороченко присмотрела себе компактное море для дач. Прогноз погоды сообщает нам, что температура растет и дальше будет только жарче. И пока купальный сезон официально не открыт, его можно открыть буквально у себя на дачном участке или дома. И для этого, конечно же, нам понадобится бассейн. В последнее время многие покупают каркасные бассейны. Самый большой, который пока есть в гипермаркете, почти 7-метровый. Каркасные бассейны считаются более надежной конструкцией, чем надувные бассейны. Эти коробки буквально в мой рост, есть еще выше 6 и даже больше метров в диаметре. Это целый комплект, куда входит и лестница, и насос, и даже специальная сетка, которая накрывает бассейн от попадания туда листьев или насекомых. Очень удобно. Каркасные бассейны выдерживают около 10 сезонов. Ухаживать за таким легко. Нужен насос, система фильтрации и тент для защиты от мусора. Ну а если вы уже обладатель бассейна диаметром практически 5 метров, то можно присмотреться к специальной защите для чаши бассейна. Она гарантирует, что не попадет в воду инородные предметы. Кроме того, защищает от солнца, так что можно самых маленьких и нежных отправлять купаться и не бояться, что палящее солнце навредит. Надувные бассейны доступнее по цене. Это идеальный вариант для самых юных купальщиков и для небольшого участка. Просто накачал насосом, набрал воды и готово мини-море во дворе. Самый ходовой вариант бассейна – это небольшие для детей, так сказать. Вот эти варианты для тех, кто еще не уверенно держится на воде. Глубина 38 сантиметров, что вполне достаточно, чтобы освежиться и вдоволь наплескаться. Чтобы заплывы были гарантированно безопасными, можно взять на рукавники и жилеты, а для более отважных – яркие трубки для погружений. Здорово, что в этом году в гипермаркете появилось множество аксессуаров для самых маленьких. Пончики, например, для плавания, жилеты, нарукавники, есть даже ласты, трубки и маски. Ну а для тех, кто озаботился чистотой в своем бассейне, есть множество аксессуаров, которые помогут поддерживать порядок. Если не можете определиться с размером бассейна, можно заглянуть в каталог. Тут наглядно показано, как будет выглядеть импровизированное море для дачи в реальности. Катерина Вороченко и Дмитрий Редькович, ТСВ.